Создали центр, обучаем. Еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400. Мы должны его видеть, изучать. В Беларуси? В Беларуси, уже да. Поставила? Да, конечно. И уже идут учеба, идет тренировки и так далее. Это в развитии нашей... То есть это учебная модель С-400? Либо... Нет, это боевая модель. То есть С-400 сейчас в Беларуси есть? Да. Мы в этом учебном центре обучаем наших ребят и так далее. Вот я хочу попросить президента, чтобы он и остался, этот комплекс здесь. Он боеспособный? Ну, самый боеспособный. Ну, вы же понимаете, что С-400 и 500 – это очень дорогостоящие системы. И давайте откровенно, и лишних систем в России сегодня нет. Есть что у них прикрывать. Мы сегодня ПВОшной своей обороны полностью прикрываем наши границы, Минск там и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективными против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а может быть и С-500.